Привет, дорогие ребятушки, с вами снова Артур, и сегодня мы поиграем в Spooky Jump Scare Mansion HD Renovation, который вышел буквально на днях. Суть в чем? Короче говоря, на самом деле, Spooky Jump Scare Mansion — это достаточно старая игра, в которой я не успел поиграть в свое время по определенным причинам. Что-то вот у меня руки до нее не добрались. И сейчас как раз-таки вышел HD ремейк, который изменяет всю графику к лучшему, но сразу надо понимать, что это довольно странная, но вроде как очень прикольная игра про то, как вы пугаетесь милых зверюшек, нарисованных монстров, но при этом она реально. Чем дольше ты проходишь, тут нужно несколько сотен этажей пройти или несколько сотен комнат, насколько я помню. Чем дальше ты пробираешься, тем хуже, тем все более галично все становится. И под конец это реально дичь, кровища, кишки, страшные монстры гоняются за тобой. И здесь, кстати говоря, примерно как в SCP Containment Breach, большое количество монстров, каждый из которых по-своему страшен и ведет себя по-своему. В общем, я не играл в оригинальную игру, поэтому HD Renovation будет моим первым опытом в этой игре, но что-то как-то захотелось мне сейчас посмотреть, что эта вещь из себя представляет, и после того, как я запустил меню, я понял, что, скорее всего, я ее пройду. Ну а ты, зритель, пиши в комментариях, нужно ли это или нет. Ну хотя, ладно, зачем? Можешь не писать. Я хочу ее пройти. Так, окей. Привет, Спуки. Меня зовут Спуки. Привет, Спуки. Милаха. Это мой дом. Здравия. Можешь ли ты, игрок, пройти тысячу комнат? Хочешь ли ты увидеть, что в конце? Есть ли вообще конец? Потому что я не знаю, на самом деле. Ладно, ну давай просто иди. Хорошо, Спуки? Хорошо. Не вопрос. Ты знаешь, в этой картине есть что-то беспокоящее. Говорят, игра реально хавает мозг, но я не уверен. То есть у нас с вами опыт, который не пропьешь. Мы не испугаемся в этой игре вообще ни разу. Налево, направо, налево. И на самом деле, вроде как мне говорили, в этой игре на первых порах вообще ничего не происходит. Но я думаю, первую сотню... Что это за звуки? Как будто кто-то выносит. Вы знаете, вот у нас во дворе стоит мусорный бак, и каждую ночь я слышу примерно такие звуки, когда народ приезжает с работы, короче, видит, что места для парковки нету, и начинает ногами этот мусорный бак тягать в стороны, чтобы как раз-таки было место для его машины, и поэтому сейчас я почувствовал себя немножечко даже как дома. Я вроде как слышал, опять же, что скоро на эти картины смотреть будет не самой хорошей идеей, но пока что эта картина... Это все, что меня пугает, поэтому... Я считаю, что это, наверное, хорошо. Я думаю, знаете, какой план? Ну, посмотрим, может быть, тут некоторые места говорят, пипец, как непроходимо. Я думаю, плотненько так поиграю в эту игру, короче говоря, и... Показалось. Может быть, Что это? Здесь, говорят, очень много подсказок, там аж даже какой-то своеобразный лор. Ты посмотри, этот холст просто изорван. Он изорван так, что кажется, что это какие-то глаза, верно? Так, я могу бегать на shift, между прочим. У меня есть выносливость, прям как Dark Souls. У меня есть жизни. Я видел несколько раз оригинальный Spooky Mansion, но я пойду сюда. Что это? Ну что-то, короче, у меня все... Я его давно хотел поиграть, но у меня все не доходили до него руки, а потом я про него благополучно забыл. А тут вот на днях я смотрю, в общем, мне товарищи пишут, что... Блин, ну может пора бы уже. И я такой думаю... Почему бы нет? Слушай, мы сейчас заблудимся, я тебе говорю. Мы идем уже куда-то... Хер знает сколько, и хер знает, хорошо это или плохо. Есть подозрение, кстати говоря, что мы сейчас ходим по... Всевидящее око наблюдает за нами. А? Потолки топили. Не знаю, у меня уже сдвиг по фазе с этим ремонтом. У меня... Вижу плохие потолки, такой, вот, топили там. Тому подобное. Ну, пока не страшно. Ладно, пока совсем не страшно. Я вообще не боюсь. Ну, то есть, единственное, что меня пугает в этой игре на данный момент, это, несомненно, прекрасная графика. Становится все темнее. Сначала это место казалось милым,
Но теперь я уже тут несколько дней. Меня не покидает ощущение, что за мной кто-то наблюдает. Это вообще ни капли не романтично. Ясно. То есть ты пришел сюда и после этого... О, мы тут были, нет? А это считается за комнату? Какие-то... Ладно, ладно, скелет. Подумаешь, ерунда. Подумаешь, какая ерунда. Господи, эти картины, они просто превосходные. Я хочу себе такие на стену. Вы знаете, при чем? Вот у меня закончился ремонт. Сейчас вот этот ездишь по магазинам, смотришь там всякое декор в том числе, да? Смотришь на картины, они по большей части примерно вот такие же. Думаешь, господи, кто это купит? В смысле заперто? Короче, в этой игре вроде как огромное количество пасхалок, секретов, деталей, которые ты при первом прохождении не увидишь. Какая-то своя мифология и огромное сообщество фанатов. Поэтому я не удивлюсь, если игра зайдет и мне. Потому что вещь, говорят, там такая, что прям... Вах, вообще. Не знаю, давай пока просто двигаться куда-то. Я, честно говоря, по-прежнему не испуган ни капли. Хотя... Господи, твою мать. Хотя вот эти вот ваши скримерочки, они как бы... Ну, такое себе. Эй. Я уже 100 раз говорил, что меня не пугает в игре ни графика. Мне ничего не пугает. Мне поставь какой-нибудь эмбиент, который просто будет постоянно нагнетаться, и я начну ронять кирпичи. Может быть, это одна из тех игр, потому что звуки становятся все более и более неприятными. Картины становятся все более и более шняжными. Не, скажу честно, она становится не очень приятной, эта игра. Я по-прежнему куда-то двигаюсь, давай я просто добегу, наверное, куда-нибудь вот сюда. Господи, херов! Херов! Слушай, такое ощущение, что я хожу кругами. Реально. Херов хлеб, я хотел сказать. Херов хлеб. Ты знаешь, это торговая марка, которую стоит зарегистрировать, я думаю, потому что почему? А? Потому что почему бы нет? Я знаю, что что-то преследует меня. Такое ощущение, что я хожу по одним и тем же комнатам снова и снова. Я надеюсь, что эти записки будут своеобразными крошками, которые выведут меня обратно, либо дадут мне понять, получается у меня продвинуться куда-то вперед или нет. Я очень надеюсь, что у меня не кончатся чернила. И я уже очень хочу пить. Жажда у человека какого-то была здесь, он тут потерялся, похоже. Ну ты знаешь, пока что именно что ощущение, что мы с вами никуда не двигаемся. Просто ходим себе, как эти самые. Ни туда и ни сюда. Угу. Ну, типа, ладно. Никто не хочет меня убить. Музыка играет расслабленная, и мне уже, наверное, становится даже как-то приятно играть это все. Hello? Сейчас мы дойдем до 50-й комнаты, с чем я вас поздравляю, на самом деле. А вот эти вот закрытые комнаты, которые я сзади видел, они... О, 50-я комната. Держись там. Да все нормально, тут как бы проблем особых нет. Это был сейф, с чем я вас поздравляю. Ты знаешь, надо будет посмотреть потом в плане. Теперь что за лифт? Ты знаешь те звуки, которые я слышал издалека? Вот это похоже, этот лифт и был. Надо будет посмотреть оригинальную игру. Типа, как там с графоном? Мне кажется, что... О, Silent Hill. Мне кажется, что... В данном случае пикселявость пошла игре на пользу. Some famous YouTubers... I don't know. Я не знаю, на самом деле, кто это такие. Наверное, это люди, которые в свое время отметились прохождением этой игры. Я говорю, эта игра вроде как очень популярна. Не знаю. Вот. Половину пути проделали, я надеюсь, что
господи. Ну, я не испугался. Вообще ни разу. Давайте просто идти в ту дверь, которая... Не надо вот этого только. Динг? Оттуда? Донг? Э? В смысле донг? Я должен на динг идти, похоже. Ага, так, ну-ка, погоди. Не-не-не-не. Мы с вами двигаемся правильно. Или нет? Я не совсем понимаю, походу, что я делаю, нет? Так, ну-ка. А ну-ка. Динг. После этого направо. Ага. После этого налево. Нет, ясно. Так, хорошо, идем, короче, прямо. Потом направо. Потом направо. Нет. Так, хорошо. Прямо. Нет, вот. Прямо. Потом направо. Потом прямо. Ей. Так, и теперь налево. Нет. Прямо. Направо. Прямо. Направо. У-у-у. Легонько. Все нормально. Ты знаешь, вот этот вот нагнетающий... Эй. Это все... Явно не к добру. Ого. Что это за херь? Это что, мозг? Этот мозг опасен, нет? Мужчина, вы как? О чем думаете? Так, ну допустим, я куда-то не туда пришел, похоже. Ну тут, по крайней мере, кровь есть, окей. Это нормально вообще? Напишите в комментарии, какого хера происходит? О, господи, мороженка, ну что ты делаешь? Это Джек Шепард, наверное, испугался бы здесь. Дерьмо начинает нагнетаться, вот что я тебе могу сказать. Становится все злее, злее. Плюхается, все плюхается. Никогда не останавливается. О, господи, твою мать. Каков? Ебаном. Что это такое? Тихо, спокойно. Оно вылазит из луж? Нет, оно просто идет за мной. Но если я вот так останавливаюсь, то оно... О, господи. Ну нахер. Нахер. Я прыгать не могу. Я не знаю, куда я иду, но я просто, короче, побегу, ладно? Тихо, тихо, спокойно. Да твою мать, паук, иди отсюда. Заходи ты. Я не знаю, может мне надо как-то от него оторваться. Так, стул, нахер стул. Не, сюда, наверное. Тихо. Спокойно, спокойно, я контролирую ситуацию, вроде как. Я думаю, мне в эту сторону, я надеюсь, я не проиграл. Тихо, 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 тихо. Так, аккуратно. Да какого хера? Ты знаешь, что она мне напоминает? Нет, 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 давай быстрее. Она мне напоминает деда как раз таки из СЦП. Тихо, спокойно, мужчина. Не рассчитывайте на мое нежное тело. Так, сюда, давай, давай. Давай, давай, родной. Да бляха, это мы уже выберемся отсюда, нет? 74-я комната, 75-я. Мы оторвались? Фух. Это было прикольно. Здравствуй, Йорик. Я не могу сказать, что я сильно испугался, но это было прикольно.
Я пойду, пожалуй, вниз. Ну, кто пойдет наверх, когда может пойти вниз в хорроре, верно? Спокойно, пень, спокойно, ты меня вообще не напугал. А? Cat DOS. Изменить, что, постройку дома, что? Я думаю, с этим совсем потом можно будет как-то повзаимодействовать. О, Пэкман! Как тобой управляться? Я такое ощущение, что управляю... Кем я... А, я управляю привидением! Ну, у меня такое ощущение, что меня со спины сейчас кто-нибудь пожрет, пока я вот это вот... Это самая странная игра, в чем моя цель. Вы выиграли? What? Серьезно? Mail of the Spook. Что это? Что это такое? Ну, а получи. Что я делаю? Это как Dawn of the Dead, только... Блин, шахматно. Господи, какого хрена? У него башка взорвалась. Мозги! Кругом мозги! Оно кончится вообще, нет? Я остановлюсь, пожалуй. Остановись, парень, хватит. Подумай. Game over. Ясно, это было познавательно. Spooky Car. Ей! Мудак на дороге, вот это что. Я так понимаю, что смысл игры в том, что нужно убивать автолюбителей? Автолюбитель, стой! О, у них эти машины трехколесные, которые в топ-гире показывали. Как они там называются? What? Почему-то моя машина стала больше. Стопэ. Тихо-тихо, надо останавливаться, я что-то залип, короче. А ну иди сюда. О, можно было просто escape нажать, а я понажимал все кнопки, кроме escape. В смысле не работает? Но в смысле не работает? Нам же с тобой было так весело. Короче, тут есть какой-то товарищ, от которого нельзя отворачиваться. Только ты отворачиваешься, он прыгает на тебя с ножом. Тихо. Тысяча, получается, комнат нужно нам с тобой проверить, да? Ики, вы приятный мужчина. Слушай, когда уж... Когда уже наступит тот момент, когда на картину смотреть будет не самой хорошей идеей? Ух, господи, твою мать! Ух, так. Ладно, это было ожидаемо. Чернила. Не очень удалили мою жажду. Вкус ужасный. Не думаю, что выпить их было очень уж романтичной идеей. Да я тоже примерно того же мнения. Но между тем, нам осталось всего 12 комнат до соточки, и тогда будет прекрасно. Надеюсь, что сейчас на нас ничего не накинется. Тихо. Спокойно. У меня нет ощущения, что за мной кто-то наблюдает, меня просто что-то как-то эта херня начинает понемногу давить. Ну, типа, неприятно, да. Наконец-то мы пошли вниз. Ей. Подожди, а там что? Слушай, я все время иду налево. О, люстра. Давай ходить направо, короче говоря. Вот я к чему. Наше дело правое. А вот его, походу, нет, потому что... Тихо. Ты знаешь, музыка постепенно так нагнала, короче, жуть. Что это? Что это, мать твоя? Что это такое? Мне надо бояться, нет? Или все хорошо?
не поддается. Вот это был сюрприз. Здесь была еще запись, еще чья-то чужая запись. Я увидел только одну. Так, что он несет? Твое влияние и вдохновение никогда не покинет меня. Кого? Кого тебя? Что с вами, мать вашу, в целом происходит? Я думаю, что мне нужно идти назад, но я по-прежнему двигаюсь вперед. Да, походу придется действовать именно так. Ну-ка. Ху. А? Ху. Так, любопытно, что-то пошло так или не так. Нет, подожди. Не показалось ли здесь был ключ? Не поддается. Так, а ну. Я снова попал сюда. Но если я пойду сюда, то в результате я... Так, хорошо. Значит, я думаю, замута связана либо с закрытой дверью. Столов, кстати, стало два. Или их было два? Три комнаты осталось. Господи, какая приятная картина. Я не могу что-нибудь делать с этими. Что-то, короче, игра походу офигенная. Не знаю, мне она нравится. Здесь пока что все по-прежнему. Походу мне нужно сейчас направо идти. Не, хотя... Что это? Шум, бляха, опять не так. Ясно. Не, в целом, короче, оно, походу, вот это вот подземелье по второму разу мне сюда попало. Что это за нарастающий звук? Какого хера? А, я, наконец, что-то нашел, чтобы утолить свою неромантическую жажду. Я проснулся сегодня в плохом настроении и внезапно нашел рядом с собой бутылку красного вина. Я не уверен, какого оно года или какого названия, потому что этикеток нет. Все, что я про него понял, это то, что вкус у него достаточно металлический. Слушай, так может быть, это была и не кровь? Не знаю, короче, игра вполне себе неплохая, мне очень понравилась, и... Давайте по-быстрому глянем, что там дальше. Я думаю, что я еще как минимум там на пару-тройку сотен уйду. Если будет так же, то я это дело пройду, потому что оно забавно. Ну, типа, первая сотня, она самая легкая и самая простая. Здесь, по сути, ничего не происходило, да? А ну, покажись. О, тут все совсем по-другому, да? Вот этот нарастающий звук меня немного бесит, честно говоря. Он... Надо наушники убавить, иначе сейчас будет что-то...